Снег в Омске падает и на людей. Так, на улице Ленина едва не произошла трагедия. С крыши одного из зданий на компанию молодых людей обрушилась глыба льда и снежная масса. Все подробности у Юлии Бобровой. На этих кадрах момент падения снега с крыши дома по улице Ленина. Мимо одного из магазинов проходит компания молодых людей. Через пару секунд с крыши сходит лавина. Парни пытаются отбежать, но успевают не все. Студент Артем Афанасьев отделался легким испугом. Он вместе с друзьями шел на занятия в колледж. Увидели, как большая куча снега падает, и было все очень быстро. Собственно, я только успел сесть, прыгнуть голову руками. Двое даже успело перебежать. Но одного из них задело по руке, у него ушиб, и второго сбило с ног, у него тоже ушиб спины. Было немного страшно, думали, что не снегом сейчас лед на макушку прилетит. Первую помощь оказали сотрудники магазина, затем студенты обратились в травмпункт. Там, по словам Артема, не работал рентгеновский аппарат, и пострадавшим предложили вызвать скорую помощь. Один от госпитализации отказался, второго отвезли в больницу и после осмотра отпустили домой. И вот как нам прокомментировали ситуацию сотрудники магазина, возле которого на Амичей упал снег. Мне сказали, что снег упал, ну, кто-то попал под это все. Снег, я знаю, что убирался в начале месяца. Скажешь, все. Снег был вывезен хозяйствующими субъектами, которые размещены на первых этажах. Сбрасывала снег компания, которая сейчас не осуществляет деятельность на втором и третьем этажах. Директор этой компании находится в Казахстане сегодня. Связаться поэтому мы не смогли с ним. Как только связь с ними будет налажена, мы их пригласим в администрацию округа. За неочищенную кровлю юридическим лицам грозит штраф до 250 тысяч рублей. А вот убирать снег с жилых зданий должны управляющие компании. Ходить небезопасно и по другим улицам города. Например, на крыше вот этого жилого дома по улице Богдана Хмельницкого с кровли свисает огромная глыба снега. Упасть она может в любой момент. И это при том, что ранее госжилинспекция пригрозила омским коммунальщикам штрафами, если они не очистят от снега кровли многоквартирных домов до 6 марта. Судя по всему, санкции не пугают. В Омске десятки домов, где с крыш свисают сосульки и снег. А между тем, все это может закончиться трагедией. По факту инцидента на улице Ленина Следственный комитет уже проводит проверку. Юлия Боброва, Павел Ходынский, Анатолий Серов, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.